Звезду, если у человека нет к этому предрасположенности. Но мне кажется, что у следующей артистки такая штука, как предрасположенность к тому, чтобы стать звездой, присутствует. Просто на нее достаточно посмотреть, и все. Это называется харизма. Это называется двумя словами. Корнелия Манго. Тоже сегодняшняя номинантка. Мне кажется, нужно быть стервой, чтобы все получилось в жизни. А я хочу доказать обратное, что можно быть и не стервой, и все получится. You gotta do that and what to do. До прихода сюда на «Фабрику звезд» я никогда не пела русские песни. По морозу босиком милому ходила. Джаз меня всегда интересовал, но я о нем очень мало знала. А сейчас я за месяц научилась тому, что я не знала там, за год. Я в этом проекте интересная, яркая, талантливая девочка. Незамеченный.